Если вы готовы к новым впечатлениям, то добро пожаловать в Белгосцирк. Ведь здесь вас ждет увлекательная программа под названием «Невероятный аттракцион». Пойдем посмотрим вместе. Новая программа в Минском цирке, как всегда, невероятная и увлекательная. Здесь колесо обозрения превращается в захватывающий дух колесо смелости, а привычный тир в экстремальное метание ножей. На манеже можно будет увидеть не только звезд белорусского цирка, но и артистов мирового уровня из России и Бразилии. Я представляю номера «Колесо смелости» и «Мотошар». Конструкция называется «Лопенду». В переводе на русский язык обозначает «маятник». Этот номер популярен в Колумбии достаточно давно. Он считается очень опасным, так как никакая страховка не предусмотрена. Номер «Воздушные гимнасты в кольце» Наталья Нарышкина и Глеба Козленко заставят зрителя затаить дыхание, внимательно следя за каждым движением в воздухе. В августе прошлого года артисты завоевали гран-при международного фестиваля циркового искусства «Эхо Азии», который проходил в Казахстане. Медведи на мотоциклах, пони и даже кошки породы мейн-кун. Украшения каждой программы – дрессированные животные. При моем миниатюрном росте 1,38 м мейн-куны смотрятся как тигры и львы. Поэтому будем показывать любовь и наши взаимоотношения. Мы работаем в паре с мужем, взаимоотношения с кошками. Сами понимаете, кошек дрессировать нельзя. Это очень мало номеров с дрессированными кошками. Но мы как-то вот нашли с ними контакт. Но все равно хозяева они, и это всегда видно. Заглянув в Белгосцирк, вы даже сможете побывать на свадьбе. Наш номер называется «Свадьба». Это групповые акробаты на дорожке с мини-трампами. Наша эксклюзивность в том, что у нас задействована непосредственно надувная дорожка, два вида разновидности мини-трампов, и плюс у нас есть акробатический вольтеж. Все это объединено в один номер, поэтому он такой немножко уникальный получается, не как все остальные номера. Зрителей также ждет силовое шоу, которое вряд ли можно забыть. Силач Фирус Юсупов одними лишь зубами поднимает связку тяжеленных гирь, двигает автобус, а затем и вовсе ложится под его колеса. Новую программу в Белгосцирке можно увидеть до 19 августа. Добро пожаловать в мир невероятных аттракционов!